Стрельнула. Блин, чик-чик.
На здорового мужика он сдавить 65 килограмм. А, смотри, прикинь, не получается. Давай, давай, постарайся. Ну вообще никак не есть. Красава, да? Нормально? Давай нормально, попробуй. Хитрый ход. Попробуй что-нибудь. Какая у тебя мощь? Все, повалилось. Попробуй обычно как надо. Как надо. Так? Камера, попробуй. Не, не получается. Так я слаб. Ты, Дима, ты не слаб. Я еще не дошел до этого. И потом, типа, мужчина берет и давлю. Ты взял, сломал контент, но... Все, теперь не будет у нас игрушек. Все, лучше, чем что. О, даже моя левая теперь можно прикинуть. Вот и свела судьба. Вот и свела судьба. Вот и свела судьба нас. Мы этот фрагмент маме покажем. Только не отведи, только не отведи глаз. Мне еще 13 не было. Посмотрел.
добавляйте, настаивайте, добавляйте. Не, мне сорок типа надо взять, но мне не хочется. Вот мне нравится, что я еще взять не сильно вижу. Да, уже ладно. Что снимаем? Из палева снимаем опять? Димон, забивай. Чего Миша забивает? Да, ладно, но уже опять я опоздал. Thank you.
Включается. Да, как и все, да, и фильм. Вот это еще можно. Да, можно. Давай. Как, конечно.
еще раз мне его поделали, и высоко не поднимаем. Высоко не поднимаем. Потому что высоко у тебя трап начнет поднимать. Это вот он на отведении работает. А трап работает вот здесь. В чем? То есть чем меньше поднимешь, тем лучше. Сколько это раз? 7 или 8 минут. Чисто моргнул, сделал. Что, залетай сразу? Петя, не будешь делать машину? Не будешь. Ну что, убирать не убирать? В этой же одежде, да. В этой же обуви, да? Нормально, нормально будет. Ты что не дал мне? Давай. Мы скорбим о Сереге. Ушманов Сергей был с нами когда-то. Хотя, что он покинул наш мир. И какая глупая смерть, подавился. Да? Я не стал договаривать. Ну, как бы. Там серьезно, что ты? Ты что, на камеру смотрел? Там на камеру. Почти. Там. Парочка. Да,
Покажи бицушечки. Ну что ты опять? Давай бицухи покажи. О-о-о-о-о. Нормально. Покажи бицушки. Вон она. Не, маленькая. Как у тебя? Да, всех надо уговаривать. Это, блядь, оставим. Напрягай. И мы не будем ничего вырезать. Напрягайся. Напрягайся. Правда смешно. Нормально. Да, бицушки. Огромное просто. Вот, смотри, спасибо, вот. Сразу же. Вот, еще одна. Нормально, давай, душечку. Нет, душечку маленькую. Давай, душечку. Мне в голову душечку. Что скажете по поводу этого интервью? Боя? Что вы скажете по поводу вашей свадьбы? Ну, я не знаю, я ничего не понимаю. Мне что-то дали, я не шарю в этом, да? Документы я все подписал. Да нет, это я сам. Машина, квартира, что? Не успела уже. Все нормально. Ты в наклон постоянно делаешь. Видно, вот так показывают. Ровно. А это потом разберешь. Да, конечно. Что? Стоп. Стоп. Все? Сейчас только.
Вот и все, тренер. Чисто твой час. По пустякам больше не приноси. Что, похавать надо? Чуть-чуть. Немного. Что, ты хорошо. Что ты еще будешь делать? Подтягиваться еще будешь? Давай.
Пальчики ослабли. Вот это неожиданность. Хват-то тренировать надо. Да-да-да, хват-то не тренировал. Я думал, ты сам не собрался делать. Не-не-не. Чисто из левой руки начало выскальзывать. Смотрец из станового вышел. Да нет. Всякие эти. Ни на камеру шага, не буду говорить, кто, да? Полупокеры, да? Ты что там, сломать себя еще? Да. Нет, подход заканчивал. Трапы 110 делаю, пока тренер не видит. Я 110 хотя бы поднял, попробовал. А что, когда приглашают, я пишу плюс один, можно делать? Плюс два, один. Молодого яйца. Да. Там. Он третий человек в зале, кто так может? Третий, а кто второй? Сам. А, Димон тоже, кстати, научился. Ну, он так-то хорошо держался. Можно было еще держаться. Представляете, у меня способности. Просто пушка. 350 было бы, я не застрял. Конечно. Ну, что, я говорю, третья неделя только заканчивается. Ты с 60-ки будешь или ничего? Ага. Так, полегче. Ну, вот так тоже. Весь лишь контейнер и это. Парусность огромная. Мы на 2000 я выпил зеленый. На 116, ты думаешь, сейчас не выдавал, нет? У нас 110 потом. Я бы чуть-чуть выше. Ладно, сидели, поговорим. У меня просто пока болит рука, я не знаю, как там дальше было. Выздоровеет, там посмотрим. Все. Дай кулаки, за ты уходишь. Нет. Можно я не буду? У нас там уже нету памяти. Не памяти, а зарядки. Вот такие вот моменты. Мои худые щеки снимаешь. Давай. Тишненько, давай. Ох ты, какой здоровый, мощный. Нормально? Да. Давай, бро. На связи. Ладно, да? Ну.